Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить глобальную модификацию, очередную Half-Life 2 под названием Underhell. Это, наверное, одна из самых ожидаемых модификаций за последнее время, потому что это реально круто. То есть еще год назад мне предлагали ее посмотреть, но дело в том, что она тогда была в довольно сыром виде, и кроме того, там был в доступе только пролог. Сейчас, буквально на днях, вышел Chapter 1, то есть первая глава, которая довольно объемная. И это уже реально стоит прохождения. Что же это такое? Это очень экшеновая игра, которая, тем не менее, может похвастаться очень крутой атмосферой и кучей хоррор-моментов. То есть игра реально страшная. Она очень много почерпнула из Фира, именно в плане атмосферы. И вот такого на канале, я думаю, довольно давно не хватало, поэтому давайте начинать. Так, что мне тут нужно? Сразу проверим. Ну, вроде все включено. Окей. Хорошо, начать игру. The House — это дом, в котором живет главный герой, и нам так или иначе придется его посещать по ходу игры. И там тоже будет происходить много всего непонятного. Я думаю, всему свое время. Хорошо. Еще я знаю, что в этой игре очень долгие загрузки. Но тем не менее. Я не думаю, что поначалу будет очень страшно. Я вообще не думаю, что поначалу будет страшно, потому что... по сути, это... стандартный, но очень крутой зрелищный боевик, и лишь потом, постепенно, там, через полчаса, через час начинает происходить что-то непонятное. Так что пока что наслаждайтесь тем, что происходит. Ну, не знаю, я, в принципе, этого ничего не видел, поэтому могу ошибаться. Наушники все-таки наденьте на всякий случай. Джейк? Джейк, can you hear me? Джейк, ты слышишь меня? Hang in there. Держись там. I'm gonna take care of you, buddy. Я позабочусь о тебе, приятель. Кошка. Ну вот как так можно вообще? Вот рука, которая лежит на мышке, теперь на ней лежит кошка. Я не могу шевелить правой рукой. Ладно, я думаю, я справлюсь. Модификация Half-Life 2. Круто. Не знаю, интро просто как надо. То есть игра где-то, наверное, годика полтора назад я ее еще мельком посмотрел. Там был доступен только пролог. Ну и вообще все это было просто в таком ужасном состоянии. Я почитал там, что разработка только начинает идти полным ходом. Я подумал, подождем. И как сейчас понимаю, мы сделали все правильно. Хорошо, это наш дом, отправная точка. Между миссиями, между главами мы будем возвращаться сюда. Это не боевая часть игры, но здесь тоже будет происходить очень много всего непонятного и странного. То есть дом полон секретов. Их нужно отыскивать. Много закрытых дверей и много просто непонятного. Это я все со слов, то есть я сам этого не видел. Репортаж из даунтауна. Кто-то захватил. Заложников. В них стреляют. И похоже, все не очень хорошо. Я бы даже сказал, все очень плохо. Так, ей использовать этим... Алло? Джейк, it's me, Frank. Это Фрэнк. У нас ситуация. Давай приезжай быстро. Так, а почему нет субтитров? Такие.
Давайте-ка мы полностью тогда включим все субтитры. Окей. Так, ладно, пока. Это твой дом. Все, что тебе нужно, находится здесь. Хорошо. Так, Mouse One. Следующее. Помни отвечать на телефонный звонок каждый раз, когда он, собственно, сигналит. Все, когда ты хочешь начать главу, направляйся к грузовику. Я на грузовике езжу, что ли? Я брутален. Но для этого тебе понадобится найти ключи от своего грузовика. Окей. Если хочешь поиграть в обучение, используй картинку в гараже. Так, мы, похоже, какие-то спецназер, что ли. Если хотите проверить свой e-mail, используйте компьютер. Ладно. Помните проверять почту каждый раз, когда у вас предоставится такая возможность. Важные объекты, которые вы найдете в доме, будут перемещены на этот стол через некоторое время. Если хотите поспать, можете использовать для этого кровать ближе к ночи. В следующий раз, когда вы начнете в доме, вы очнетесь в своей кровати. Проснетесь, то есть. Кроме того, вы можете смотреть контекстные подсказки о разных вещах, которые вы можете сделать. Это с помощью кнопки Tab. Ладно. Хорошо. Здесь много закрытых дверей и тайн в этом доме. Но к каждой закрытой двери есть свой ключ. И к каждой головоломке, к каждой тайне есть ответ. От тебя ли зависит, найдешь ли ты их. Так, хорошо. Время пойти на работу. Мне нужно взять свое оборудование и поместить его. О, пианино. Нет, я в последнее время ненавижу пианино. Что-то лежит. Так, что это? Что это я взял? Это открывашка для пива, похоже, простая, да? Ну, ладно, допустим. Привет, Джек. Так, эй, Джек, как держишься? Я думаю, это глупый вопрос. Слушай, я просто хотел тебе сказать, что если тебе что-то понадобится, что угодно, ты просто попроси, ладно? Я знаю, что ты с Франком... Вы были очень близки. Ну, я надеюсь, как друзья. Серьезно, парень, мы тебя все поддержим, я тебя поддержу, каждый член отряда тебя поддержит. Майк просто плакал. Понимаешь, чувак, ты просто, ну пойми, ты не один в этом. Позвони мне, хорошо? Позвони, возможно, как-нибудь посидим, выпьем что-нибудь, поговорим скоро. Так, это у нас было 10.09.2013, 10 августа. Странно. Что ж произошло? Так, этот кусочек из пианино был помещен на стол. Хорошо. Что-то мы подобрали, в общем. Так, если нужно поговорить, Майк. Джейк, чувак, я тебе жизнью обязан, приятель. Ты мой брат по жизни теперь. Позвони мне, я буду в любой момент рядом. В любое время, всегда, когда захочешь. Я знаю, что для тебя, что такое потерять кого-либо близкого. Спам. Вы выиграли? Привет, Джек. Вы выиграли 200 тысяч баксов. This is for real, of course. Так, добрый вечер, мистер Хаукфилд. Я с сожалением сообщаю вам, что мы не можем больше заниматься вашим делом. Я отправлю ваш файл доктору Снайдеру. То есть ее опыт... его опыт в таких делах вам больше подойдет. Надеюсь, что вы будете рады такому решению. В общем, понятно. Наш герой кого-то недавно потерял. Ладненько. Не знаю, что это за открывашка и для чего она нам, но я думаю, пригодится. Так, ты лежи на месте. Заперто. Не поддается. Что у нас по телевизору?
Хорошо. Во время такого исследования дома я сразу вспоминаю игру Home Alone. Помните такой шедеврик, я бы сказал. Так, а вот и столик, похоже, на который можно накидать всякой ерунды. Так, что у нас тут? Фонарик! Отлично! Круто! Фонарик. Ноябрь 22-го 1999 года. Привет, дневник. Когда я нашел тебя в этой старой коробке, должен признаться, я скучал по тебе. Я не могу помочь, но записывая снова все на... Ночь наступает. Так много произошло. Так, я видел Джессику вчера. Блин, меня пугают эти звуки просто, я что-то перехотел уже читать. В общем, история жизни. Фрэнк и я. Много воспоминаний. Так, дневник. 3 сентября 96-го. Я не очень хорошо пишу по-английски, но мой отец настаивал на том, чтобы я сделал, то есть, чтобы я следовал этой американской традиции, записывать все в дневник. Он говорит, что это поможет мне сделать мой английский язык лучше. Блин, жутко что-то, я не знаю, что там происходит вокруг, непонятное. У меня пока нет друзей, я не понимаю, о чем со мной говорят местные люди, ну, из-за того, что плохо язык знает. Они слишком быстро говорят, и, ну, короче говоря, они говорят так, как... в общем, очень сложно их понять. Скоро я пойду в 6-й класс, я боюсь, что у меня так и не будет много друзей, и люди не воспримут меня как одного из них. Я действительно скучаю по Японии. Так, мне будет нужно научиться писать. Хорошо. Ночь, говорите, да? И что-то дождик какой-то не особо хороший. Так, не поддается. А вот столик, понятно. Так, телефончик звонит. Звонит, конечно же. Коничева, меня зовут. Господи, что тебе надо от меня, мужик? Говорит что-то про связь между нами. Наркоман какой-то. Так, надо... Не звони сюда больше! Здесь нет психов. Так, хорошо. День и ночь сменяют друг друга, круто. Так, перекусы, всякая ерунда. Что-нибудь еще интересное есть? Мне бы свет включить. На самом деле, мне бы двигаться на работу, потому что там действительно что-то важное происходит. Но, как вы знаете, мы никуда не спешим никогда. Я бы даже сказал, слоупочим. Так, что в холодильнике? Интересно же посмотреть. Так, газировочка. Газировочку мы любим. Бананчики, бананчики. Блин, у меня в холодильнике банан лежит. Надо вот после этой серии заточить. Так, ноуп. Хорошо. Нужно освоиться в маленьком доме, в котором мы живем, чтобы в случае чего-то непонятного, а тут, я думаю, будет происходить в будущем очень много всего непонятного, чтобы мы могли понять вообще, что где лежит, что где к чему относится. Так. Так. Ключ от двери на кухне. Хорошо. Ну, судя по всему, все, что ли? Тут у нас ничего не открывается. Хорошо, но пока что тут закрыто. Сколько там времени-то у нас? Хорошо, китчен.
This is not the kitchen, I'm afraid. Подожди, как я выгляжу? Я даже не посмотрел толком. Ну, такой лысый, в общем, пряник. Хорошо. Это не kitchen, судя по всему, да? То есть они тут лежат, и мне их уже не нужно будет брать, да? Просто они уже будут автоматически использоваться. Так, ну, ладно, второй этаж. Не поддается. Батарейки кончаются. Рассвет, меж тем. Ну, пока что довольно спокойно все. Че это? Что-то непонятное. Хорошо, это наша спальня. И тут у нас ключи. Ключи от грузовика. Отлично, можно выдвигаться. Заперто. Хорошо. Так, я тут себя срочно вожу. Не нужно так. Кроватка, на которой можно поспать ночью. Включение света. Неплохой такой дом, на самом деле. Реально нравится. Как-то все очень любопытно тут устроено. 11 сентября 2001 года. Это же какая башня-близнецы. Господи, я не могу поверить в то, что происходит. Вся страна дрожит. Все боятся. Все соседи собираются, чтобы поговорить о том, что произошло. Это ужасно. Я не могу поверить, что человечество способно на такие поступки. На самом деле, я думаю, что я видел, как это произошло. Я видел яркую вспышку в небе этой ночью. Но когда я узнал, что этот ужасный инцидент произошел днем, мне стало интересно, что же тогда я видел ночью. Это было слишком большое для звезды и слишком быстрое для самолета. Я могу поклясться, что я почувствовал, как земля дрожит. После того, как этот свет ушел за горизонт. Но на самом деле мы довольно далеко от города, поэтому... О, батареечки. Поэтому он не уверен, что это было оно. Тинки, одеваться нам я не думаю, что надо. Я не хочу туда идти. Это туалет, похоже. Так, все, короче говоря, надо выдвигать. У нас тут телефон есть. А, подожди, это что? Ловец ловец снов. Короче говоря, вниз надо, тут наверху я что-то не вижу. Алло? Опять какой-то непонятный парень, который реально там теория заговора, все дела, поехавший, то есть. Так, нужно забрать вещи из гаража и положить их в грузовик. Хорошо. Тут можно пройти туториал, но я думаю, и так разберусь, что тут. На Q удар ногой, на X прицел. То есть здесь не на правую кнопку мыши scope, а на X. В общем, вот такие дела. F-фонарик ей использовать. 2 года назад. Слышишь меня? Добро пожаловать в посмотри, говорит, на эту комнату, слышишь. You're gonna do just fine. Ладно, говорит, ты нормально справишься. Ты же новенький. Хорошо. Короче говоря, здесь... так, тактическая симуляция. Базовая. Ну, давай тактическая симуляция. Гордон бежит. Короче говоря, субтитры лучше отключить, потому что они, во-первых, ничего мне не дают. Язык звучания английский же. А во-вторых, тут какой-то Гордон появился. Sorry to disappoint, but I'd rather you start with the basics. We'll get to the good stuff in a minute. Хорошо, говорит, отсюда начни. All right, let's start with the basics. Get through this room as fast as you can. Jump, duck, climb, crawl through the vent, and get up to the ladder on the other side. Не надо меня учить, я все-таки спецназ. You'll be able to climb some high
just need to time it right. You can even climb in very tight areas like vents by doing so. As you can see, doing a lot of physical action will tire you quite a bit. You want to make sure you don't run out of stamina, or else you won't be able to jump, sprint, or stay underwater for too long. Так, короче говоря, обучение здесь похоже по принудиловке. Ну, ладно, обучимся. There's a bunch of crates in the way. You could try to move some of them, but the big one looks heavy. You might as well just kick them. Kicking is always a viable solution in close quarters. Уважаемый, я уже разобрался, как пинать. It might save your life. А, вот, смотри. Oh, look at that. It's dark in here. Time to use your shoulder flashlight. В общем, за мной просто он не успевает. А я сейчас из-за него все батарейки потрачу. Once these run out, your flashlight won't work properly. Look around the drawers for some batteries. А, батарейки надо найти. Вот, кстати говоря, и батарейки. Isn't that better? A working flashlight and night vision. Night vision. Keep in mind that a flashlight is very noticeable, especially in the dark. That's why you have your night vision to remain undetected. But keep in mind, it uses twice as much battery. Игра что-то напоминает неуловимо, но что именно я не пойму. И я уже вижу просто объем проделанной работы. Это же офигенно, реально. Такое мы любим. И учитывая вот практически во всех играх хоррорных были проблемы с экшеном. В экшеновых играх проблемы с хоррором. Ну, то есть я говорю про моды Half-Life. You will find the code somewhere on a tablet in the drawers. The code on the tablet updates accordingly. When you find it, you'll have to type it in before it changes. Так, код быстро меняется, поэтому нужно 7893. Блин, прицел куда-то подевался. У меня прицел подевался. Well done. Remember to be accurate when you use keypads. Some of them might have a limited number of tries, and an alarm might go off if you mess up three times in a row. Некоторые используют определенное количество попыток. Right, let's talk about your inventory now. As you can see, there are some objects on the tables. Отлично. You might want to get familiar with them. You can't carry everything you find out there. Все, говорит, не унесешь. Think about what you will need the most, and that's your decision. The medkit is your best friend. It will stop any bleeding you might have, and allow you to get right back into the action. Он просто вот очень долго все описывает, пока он не расскажет полностью, я не могу взять что-то новое. Это тоже неплохо лечит. Надо перебинтоваться. Так, мы, значит, теряем кровь. Понятно, учтем. Это для освещения. Так, ему еще ударить можно. Ладно, учтем. Это что такое? Эпипен, что ли? История об этом умалчивает. А, это глоустик, понятно. То есть химсвет. Хорошо, защита. И шлем. Так, а это у нас всякие приколюхи, чтобы покушать и добавить жизни себе. Круто. В общем, вот такие дела. Туториал как надо. Ну, по крайней мере, не какой-то клишированный сделали. Хорошо. Что у нас тут? Какой-то код, чит обсуждают. Left, left, right, right. Так, хорошо, ладно, пойдем отсюда. Парни там котами занимаются. Мне нравится то, что я вижу. Здесь походу по хардкору. То есть реально он... All right. Weapons training.
кровотечение, бинтоваться надо, выносливость, все как надо. Try to hit the bottles on the concrete. As you can see, firing from the hip is not an easy business, especially with a sidearm. You might have to aim down the sights for better precision. Okay. Hey, get back behind the line, you hooligan. Вернись, говорит, за линию. You cheat. MP5. Write that on your report. Pick up that MP5. Так, gonna взял. Randomly pop up targets in the shed. I want you to hit them as they pop up. Так, надо чувствительность убавить, что-то у меня как-то с прицеливанием это. Так, ну хорошо. Какая громкая. Звук в игре вообще, звукач как надо. Да? Да не, нормально, в принципе. Привыкнуть можно. Окей. Of course. Еще кто? На спецназ. Лучше в голову буду лупить. Так, все. Наигрался, нет? MP7? Okay. Okay. А, можно взять одно оружие любого типа. Вот это прикольный пухан. Давай. Две цели. Все. Окей, что-то вас как-то многовато стало, нет? Но с таким объемным магазином я могу долго стрелять, ребята. Так что вам быстрее надоест, чем мне. Все? Нет, смотри, не все. All right, nice shooting. You got this. Now let's move on to the next area for a tactical simulation. Так, тактическая симуляция, это хорошо. Подожди. Глок. А, его вот так, блядь. Здесь, конечно, вместо глока можно взять беретту. Ну, глок мне как-то всегда милее был. Так, подожди. А, она на тройку. Вот это помилее будет все-таки. В нашей ситуации пушка, по-моему. Так, хорошо, tactical simulation. Здрасте. Hey, what's up, Jake? Да, Дарбальда. You recognize me under all this gear? Узнаешь, говорит, меня? Это Майк. It's a standard loadout. Vest, mask, that whole deal. Nothing you're not familiar with. But take a good look. You do well to get used to what a friendly target looks like. In the field. Смотри, говорит, как выглядит дружелюбные цели. Neutralize a suspect. And you better be sure it's a bad guy. Убеждай себя, говорит, когда стреляешь, что это не свой. Ну, хорошо. Так, С направить бойцов куда-либо. Вот сюда встань. О, тут даже это есть, бридж. Вернись. Все, я уже сделал. Sometimes, in specific circumstances, you'll have to give your signal to your team. Whenever you do so, they will breach and clear the area. Once the assault has been given, they might not stop to wait for you, and will do their job with or without you. So once you give the signal, be sure to stick with your team. All right, you ready for this? Короче говоря, мне говорили о том, что нужно хорошо взаимодействовать с командой, они могут и сами без меня справляться, если в правильное место их положишь. You ready? Так, ладно, бричин. Let's do this! Target in the shed! Target! Target, second floor! Блин, я не вижу. Откуда они вылазят? Тут по звуку только определяться, что ли? Ой, короче, я за парнем пойду. Отлично, мы просто спецназ. Сюда идем. Jake, kick down the door. Сейчас.
поток не выскакивает. Понятно. Короче, они вылазят как-то не всегда понятно. 10-10. Пойдет. Let's wrap this up. Так, ну встали. Хорошо, что дальше? Сигнал на W. Ой, на W, говорю, на V не дается уже. Hey, untie me quick. Быстро развяжи меня, говорит. Хорошо. Hey, untie. Bane, you're dead. Чё? And the last and most important of all rules. Everyone is a potential hostile. Последнее, говорит, но самое важное правило. Все могут быть врагами. Вы не знаете, говорит, кто именно враги. Only use lethal force when necessary, but never let your guard down. Всегда, говорит, будь начеку. Welcome to special weapons and tactics, Jake. Добро пожаловать в спецназ! Блин, прикольно. И это хоррор-мод? Окей. Пока что по уровню качества это убарывает даже, наверное, Nightmare House второй. Причем в легкую вообще, одной левой. Хорошо, прошли туториал, но это оказалось довольно просто. Так, нужно положить три грузовика в чемодан. Ну вы поняли. Так, ладно. Первый готов. Второй грузовик в чемодан. Грузовики, они такие, в чемодан легко лезут. Так, подожди, давай посмотрим, что еще там есть. Может, тут какие-нибудь ключики. Батарейка. Патрончики. Так. Это нам не сильно нужно. Короче говоря, здесь он занимался именно настройкой всего. Так, понятно, это новое обучение, и мы его не будем по новой смотреть. Вернее, не новое, а старое. Хорошо, что у нас тут? К сожалению, не открывается. Ладно, понесли. Потом, видимо, откроется. Блин, я уж подумал, что кто-то стоит. А это край пианино. Или что это? Растение? Все, поехали в город. Повторюсь, пролог, при том, что он довольно объемный и реально большой, мы до него еще, то есть, не дошли. Пролог, по сути, он проходится за часа полтора, наверное. Там, насколько я знаю, каких-либо хоррорных элементов нет, идет просто зубодробительный экшен про террористов, которые захватили в городе там часть инфраструктуры. И с ними придется воевать. А уже в чаптере первом, который тоже уже имеется и который проходит часов за 5, пойдет что-то паранормальное. Это я просто сразу предупреждаю. Ситуация такая. Террористы непонятной организации захватили заложников. В городе полнейший бардак. Нас высадят на парковке напротив больницы, которую захватили террористы. Оттуда мы выберемся на снайперскую позицию и будем ждать дальнейших инструкций. Пролог. У нас тут ситуация. Вау. Летает так, как и я в свое время. Хорошо, а это я. Спецназ. Хорошо, ты можешь видеть гражданских на улицах. Я, говорит, все вижу через камеру на твоем шлеме. Направляйся к тому зданию.
Увидишь, говорит, машину, повернешь от нее налево, у нас там небольшая авария была, не обращай внимания. Так, здесь все отцеплено. Кто-то писал правильно в комментариях к Forgotten Ones, почему нынешние разработчики снайперские винтовки делают настолько примитивно в плане технологий. То есть банально черный экран и кружок прицела. Потому что Forgotten Ones, допустим, это было сделано гораздо более технологично и круто, как, допустим, в этой игре. То есть вы реально прицел видите, в нем увеличение, и это выглядит очень-очень прикольно. Так, хорошо. Специальное спасибо Хену Мозольски. Это же тот чувак, который сделал Nightmare House. Все ребята в деле. Я не знаю, я соскучился по такому качеству. Это реально, наверное, будет очень круто. Я надеюсь, по крайней мере. Ладно, но пока что давайте займемся делом, которое по спецназу. Так. Где у нас тут выход? Есть нам направо. Направо-то направо. Ладно, пойдем. Там женщина, которая докладывает о том, что ее муж здесь в больнице заключенный. Так, госпиталь нам не надо, там все отцеплено. Что-то есть ощущение, что нам вообще отсюда надо убираться, куда-то я не туда пошел, да? А, вот. Оп, здрасте. Чуть не выстрелил. Привет. Они тебя ждут на верхнем этаже. Лифт не работает, конечно. На соседней крыше, говорит, диспетчерская, объясните, там какие-то непонятные люди. Сейчас, говорит, уточню. Это, говорит, команда осмотра, то есть снайпер какой-то еще на крыше есть. Кому там помощь нужна? Oh, all right. Thank God you heard me. Look, everyone's so busy dealing with that mess across the street. I've got no help over here. I got a goddamn hostage situation on my hands. There's some crazy fucking man who's threatening to kill his wife. Так, я сохранить смогу, нет? Видимо, нет. Короче, все, говорит, так заняты этой больницей, что... He's about to snap, and we've got to move now. If he gives up, we'll make the arrest. Ситуация с заложником. If he doesn't, we'll take him down. Если сдастся, говорит, то... Арестую его. Если нет, убивай. Так, я думаю, тут нам больше вот это понадобится. Так, ну... Jesus Christ, this is a fucking mess. Господи, какой кошмар. All right, look, I'll clean up here. Ладно, я здесь почищу. They need you. I'll wait here for forensics. Ладно, улику уже забирать не буду. Что за денёк такой? Так, ну и что, давайте на этом закончим, наверное, первую серию. Мы сегодня вдоволь побегали. Сначала по дому, потом по тренировке. И в итоге только начали миссию. Но я думаю, дальше пойдет жесткий экшон. И это мы оставим уже на следующую серию. То есть игра пока что, потому что я вижу, реально крутая. То, что здесь, скажем, участвует Хен Мозольски, который создал Nightmare House 2. Это уже говорит о многом. Пока что я вижу реально уровень коммерческого проекта. Это реально не стыдно продавать за деньги. Но опять же, это пока что первое мнение, потому что дальше все может быть хуже, а может быть и гораздо лучше. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрите. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.